Жилой комплекс «Дом у реки» и «Тишина», «Свежий воздух». Теперь обманутые ожидания. Застройщик «Ивакина парк» в прошлом году приостановил работу на объекте из-за банкротства генерального подрядчика. Кроме того, отозвали лицензию у банка, который дал кредит на строительно-монтажные работы. Прокуратура начала проверку. В настоящее время застройщиком заключен договор генерального строительного подряда, и строительство возобновлено. Но, несмотря на принятые меры, жилые помещения участникам долевого строительства в срок, указанный в договорах, долевого участия не были переданы. Городская прокуратура обязала застройщика в короткий срок устранить нарушения. Сейчас передача квартир собственникам под контролем правоохранителей.